Одной из самых обсуждаемых тем в ноябре прошлого года стала неожиданная свадьба Барри Алибасова и Лидии Федосеевой Шукшиной. К слову, сами виновники торжества не думали, что поженятся. Актриса позже призналась, что несмотря на многолетний роман между ними, она не подозревала о планах продюсера. «Я даже не успела подумать, как следует», — рассказала она. С тех пор, как Алибасов и Федосеева Шукшина стали официальными мужем и женой, слухи об их семье не прекращаются. Так, например, в марте актриса без мужа отдохнула в Испании, и этот поступок многим показался странным и долго обсуждался. А сейчас соседи Барри Каримовича утверждают, что уже давно не видели Лидию Николаевну. Поэтому сделали вывод, что звездные супруги приняли решение развестись. Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались. «Не появляется она у нас в последнее время», — сообщили журналистам соседи Алибасова. Сам же продюсер группы «Нана» прокомментировал эту информацию. В одном из интервью он со смехом заявил: «А мы с супругой регулярно разбегаемся, но вы не переживайте. Я как раз жду, что сейчас мой водитель Лиду ко мне привезет. У нас такой порядок, иногда отдыхаем друг от друга. 2 дня провели вместе, потом решили на денек расстаться. Но уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до 2 часов ночи. Да, как подростки. Нагуляемся, поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе, но нужны перерывы в общении». Отношения Барри Алибасова и Лидии Федосеевой Шукшиной началась еще в 1995 году в Сочи на фестивале «Кинотавр». Но после того, как пара прожила в браке 3 года, они решили расстаться. Несмотря на то, что Алибасов после расставания с Шукшиной быстро женился, общаться с ней не переставал. На все семейные торжества Барри Каримович был всегда приглашен, и Лидия Николаевна часто навещала его. Алибасов отметил, что его супруга уникальная по характеру женщина. «Она смогла изменить его. Вот такой стала моя жизнь. Я вообще человек сумасшедший, но с Лидой совершенно другая жизнь. Я другой человек», — признался Алибасов. Но и продюсер группы «Нана» положительно влияет на актрису. Он сумел наладить отношения супруги с дочерью Ольгой. Барри Каримович не теряет надежды на то, что вскоре все недопонимания забудутся. К слову, ему также удалось поговорить с первой дочерью Лидии Николаевны, Анастасией. Она благодарила его за это. По материалам «Мира новостей», Класс Пост, 626 455 подписчиков.